И добро пожаловать, ребятки, у нас сегодня будет очень интересная игрушечка под названием Ice Cream 2. Сегодня у нас будет мод на Ice Cream 2, на вторую главу, и сегодня у нас мод будет на бабку Гренни. Ice Cream стал бабушкой Гренни. Это реально, как смешно не звучало, но, короче, я с этой рожи уже начинаю угорать, потому что, смотри, реально похоже на какую-то картофелину какую-то с беконом тут. Эти зубы как бекон, реально, правда? И вот само лицо этого мороженчика как картошка. Короче, ладно, в принципе, погнали, посмотрим, что у нас там. Значит, смотри. Тут, ну, все, в принципе, будем играть на нормально, чтобы была какая-то определенная у нас атака. Ну и, в принципе, поехали. Так, вот у нас началась игра, я уже вижу первые изменения в плане стен, текстур задних. Так, окей, ну, тут с рисунком ничего не изменилось, наш парень грызет печеньки новогодние. Кстати, новогодняя тематика осталась. Чё, башка забита оливьешкой, и, в принципе, новогодняя тематика продолжается. Смотри. Окей. Поехали, посмотрим, что у нас там за мороженчик. Открывай. Ребят, ты посмотри на эти... Ребят, чё ты на себя напялила слендерину маску? Ребят, вы посмотрите просто на эту дичь. Просто посмотрите на эту дичь, реально. Ты посмотри, мороженчик реально стал бабкой Гренни. Вот это лицо бабки Гренни, это просто ржачка. А чё там с девочкой? Просто вообще она стала слендериной, напялила на себя маску Супермена, ё-моё. Ладно, окей, погнали, короче, спасать. Мы, смотри, какое-то все у нас старое, прям как у бабушки Гренни, все старое, смотри. И постель, и полки, все такое деревянное, как будто мы где-то в лачуге живем. Блин, угарный мод, конечно. Так, окей, смотри, что нам надо вообще? А, да, мы же не веревку ищем, а одеяло. Ладно, будем спускаться сейчас на бабушкиных гренниковских одеялках. Ладно, поехали. Смотри, можно и рогаточку взять еще. У нас есть там? Да, есть. В принципе, сейчас... Если что, бабку Гренни сейчас будем оглушать, и то... Смотри, вообще, мороженчика Гренни написано. Офигеть! Вот это, кстати, забыл сказать, мод от доктора Хака. Это очень круто, то, что он вообще, он спец по модам, и он делает эти моды просто на ура. Вообще жесть, ты посмотри на него, ты просто посмотри, реально это, он реально смешно выглядит, просто картошка, мистер Картошка ходит такая, вообще. Так, окей, значит, смотри, мы как-нибудь его постараемся сейчас оглушить маленько. Так, ты где там, засранец? Ну-ка, иди сюда. Картошка. Картошка. Ты куда спрятался? Выронил карту, возьми ее. Ну. Да ну тебя. Тихо-тихо-тихо, появился. Ой, шикарно. Шикарно, бабуся нас заметила, мороженое. Тихо-тихо-тихо-тихо, меня что-то развернуло так. Так, тихо. Тихо. Ты где, засранка? Засранка, мороженчик. Ой, эй, ты чё, у меня не настроена клавиша, реально, у меня не настроена. Ой-ой-ой, ой, все, нам капец, звезд. Морожка схватила нас. Морожка нас схватила. Так, окей, ладно, хорошо, продолжаем. Короче, рогатка, вся фигня вот это не нужно вообще никому. Блин, хотел из рогатки... Ой, да ну тебя, да ну, иди лезь наверх, засранец. Тихо. Хе-хе-хе, ходи, да. Давай. Тихо. Давай. Ое. Ну, блин, давай, прошу. О, ес. Короче, поехали, знаешь, куда? Поехали сразу в кинотеатр, посмотрим, что у нас там. И, короче... Посмотрим, как вообще изменены текстурки. В принципе, вот я только пока на мороженчике, на фургончике вижу. Ну тут смотри. Тут я вижу, ничего не изменено, как бы вот обычно. Ладно, пропускаем. Пропускаем эту касценку.
Тут тоже нифига не изменено, я вижу. Ну ладно. Так. Блин, ну ты вообще просто угарная. Просто посмотри на ее лицо, она стала слендериной. Лис вроде ее как зовут, да. И смотри, она стала слендериной, это жесть. Ой, бабуся, ой, бабуся. Приветик, приветик. Смотри. А, нет, есть, вау. Офигеть, хорошо, что сюда заглянули. Смотри, тут всяких фильмов других. Вообще, вау. Ой, сейчас... Ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно, окей, мы поняли. Смотри, ладно, хорошо, поехали в цирк тогда. Посмотрим, что у нас там. Окей. О, вот, смотри, он аниматион. Вот этого не было. Вот тут тоже изменено. Ну, прикольно. В принципе, смотри, какие-то текстурки он смог изменить, такие он и изменил, как бы. Окей. Значит, смотри, приезжаем, в принципе, пропускаем. И, смотри, сейчас быстренько, пока этого засранчика нету, осматриваем помойку. Ой, смотри, заметил на нас дядька. Короче, будем его сейчас вот так вокруг пальца обводить. Вот так он сейчас сюда пойдет, а мы тем временем в квартирку к нему заявимся с завешалкой. Что у нас? Вау, в квартире тоже изменено, смотри. Вау! Офигеть. Так, смотри, сразу для, чтобы нам свалить. Вау, 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 смотри. Реально все изменено, как у бабки Гренни просто. Вот это, ребята, я понимаю. Вот это я понимаю, просто шикарный мод. Реально над ним доктор Хак чувствуется постарался. Ладно, давай, в принципе. Воу! Тихо. Ой, гуляет наш дурак. Бабка Гренька обосрака. О, кстати, а что будет, если... А если мы сюда спустимся? Офигенно. Я, ребята, попал туда, где мы еще ни разу не были. Ты не можешь уйти даль... Да ну тебя, просто жалко. Ладно. Ладно. Тут просто как бы можно еще что-нибудь было создать. Стри. А мы супер. Крутые. Да, yes. Все, шикарно. Мы нашли, короче, погнали, посмотрим. Вау, так, тут у вас что? Я уже вижу. Извини, так, Чарли, на тебе ничего нет, а тут... Ты чё принял, мужик? Блин, капец, ты какой угарный вообще. Жесть, ты какой-то страшный, правда. Реально, ты как будто что-то принял, какой-то ты бомж какой-то. Непонятный, страшный. Просто до жести. Не, реально, ты страшный, правда. Ты прям как будто зомби болеешь, блин. Ладно, погнали, может попробуем выиграть пушку. Побей, рекорд. Да блин, а как? А, взаимодействовать, господи. Забыл, ладно. Извиняюсь. Да ну, а как? Погоди. Ладно, давай попробуем еще раз. Раннер-шманер, вот это. Давай, давай, опа. Давай. Ну, блин, круто. Ну, ладно, окей. Вот это вообще страшно, капец. Вот ты только нормальный, наверное, мы нормальные. Окей. Смотри, сейчас, короче, мороженчик драпает, а мы тем временем, короче, сваливаем на кладбище, посмотрим, что у нас там. А потом в гараж еще посмотрим. Так, окей. Вот, давай сюда. Нереально ржавый такой грузовик у нашего мороженчика. Так. Тут я что-то вообще не вижу изменений, никаких просто... Ой, бля, ты чё? Ты как меня подкараулил-то так волшебным образом? Засранец этаки. Ой, тихо-тихо-тихо, короче, ребята, смотри, бабка пролезает. Бабка ходит, бабуся.
Блин, ну ты реально просто, ты четкий такой, блин, страшно реально от него убегать просто конкретно. Ладно, погнали, посмотрим, что будет у нас в гараже. Давай, лови меня, иху, бабуся, такая вот какой-то фигней пуляется, какой-то, не знаю. Не, правда, вместо его холодного, такого оригинального синего пара, у него какой-то непонятный, как бы сказать... Какой-то непонятный вот такой ржавый пар. Немного смешно. Ладно, окей, смотри. Тут мы посмотрели. Ну, тут, в принципе, нигде ничего не изменено толком. Хотелось бы на крышу еще выбраться. Посмотреть, что у нас как там. Так, тут ничего ты не прячешь, да? Бабуська ходит, поет там. А, вот где. О, смотри, и бабуська в окне. Ладно, так, давай. Открывай, короче. Тихо. Ну, в принципе, вот, тут ничего реально не изменено. Тут реально ничего не изменено. Так что, вот, ребятки. Такой у нас мод прикольный получился на бабуську, передуську и на айскримчика. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. Обязательно пиши, какие игры ты хочешь посмотреть. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.